Это моя ручная змея, Реджи. Ненавижу змей. А почему пол двигается? Гадюки очень опасны. Пойдешь первым. Я заговорил, все будет хорошо. Совершенно секретно, собственность военной разведки. Вы умеете управлять самолетом? Нет. А вы? А неплохо получилось, правда? Леди, называйте его доктор Джонс. Это мое профессиональное имя. Верно, коротышка? И почему от нее всегда так много шума? Тебе не помешало бы помыться. По-моему, со змеей спать безопаснее. Я сказала, прекрати! Я здесь.
Стой. Встань у стены и не двигайся. Это не я! Это она! Мы сейчас умрем. Ногами что-то хрустит. Да, на земле что-то есть. Похоже, мы идем по печенью. Меня ничто не шокирует. Я ученый. Воды, воды, воды. Почему вы не едите? У вас найдется что-нибудь попроще, например, суп? Десерт. Охлажденные обезьяньи мозги. Я ускользнула из твоих рук. Крепкого тебе сна. У вас глаза отца. И уши матери. Остальное принадлежит вам. Кажется, все лучшее мы уже упомянули. Доктор Джонс? Да. Какой дневник? Говори или умрешь. Говори, черт возьми. Я всегда говорил, если сесть и подумать... Папа! Я никогда не забуду той ночи. Спасибо. Это было чудесно. Папа! Что? Папа! Что? Папа! Что? Так прощаются у нас в Австрии. А так прощаются у нас в Германии, доктор Джонс. Австрия мне нравится больше. Так ничуть не лучше.
Быстрее. Ныряем. Они нас не видят. Нас подбили? Вроде того. Как слезать с этой штуки? Молодец. Идем. Ну идем же. Это невозможно. Истинный Грааль дарует жизнь, а ложный, наоборот, отнимает. Танцевать будешь в другом месте. Меня скорпион ужалил, теперь мне конец. Большой? Огромный. Хорошо. Ну-ка, подержи. Что же здесь искать? Ну,
Ну-ка, подвинься, сынок. Не зови меня так. Понял? Больше такое не вытворяло. Все, приехали. Нам нечего бояться, пока... Мой сын? Генри Джонс III. Почему он у тебя бросил школу? Может, дно уже совсем близко? Нет, тут дна вообще! Хватай! Кажется, я нащупал дно. Как и веревку какую-нибудь. Тут не хозяйственный магазин. Здесь артефакты всех древних цивилизаций. Македонской, шумерской. Словно метлой смело. Как много времени в своей жизни мы тратим на ожидания. Не золото было у них сокровищем, а знание. Ты точно? Учитель? На полставки.